Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня утро, 1 января 2023 года. Даже не утро, скоро обед. Наверное, сегодня у каждого не самый короткий день. Утром встали поздно. Купила себе календарь отрывной. Теперь каждый день буду приходить на кухню и смотреть и отрывать по листочку. Сегодня 1 января. День родились. Иван Панфилов, русский генерал. Юрий Григорович. Русский танцор и балетмейстер. И Сергей Шакуров, актер. Только вот Шакурова и слышала. По-моему, он играл Меньшикова. И еще такой фильм был, там он играл Страдивари, по-моему. Так. И на этой стороне тоже. Настольные календари. Вот такие. Ну что? 1 января начинается с мытья посуды. Так что добро пожаловать на кухню. Всех поздравляю с Новым годом. Желаю всем вам, вашим близким, здоровья, счастья, успеха, удачи. Чтобы все ваши мечты сбылись в этом 2023 году. До новых встреч, мои дорогие!